Salutare, drăguți! Astăzi vom face cunoștință cu sudul Moldovei și anume mergem în Găgăuzia, în satul Congas. Am ales acest sat pentru că este unul, după părerea noastră, mai deosebit. 96% din populația Congazului sunt de cultură găgăuză. Așa, este cel mai mare sat din Republica Moldova și este cel mai dens populat sat din toată Europa. Și atenție, anume din acest motiv a fost inclus în Cartea Recordurilor Guinness. Deci, să mergem să cunoaștem Congazul! Dragi doruleți, iată-ne ajuns și la complexul etnocultural Găgăuz Sofrasy. Este foarte simplu să ajungi aici. Suntem la 100 de kilometri de la Chișinău, pe traseul Chișinău-Giurgiulești. Și mai avem doar 100 de kilometri până la Giurgiulești. Deci, când o să mergeți pe acest traseu, cu siguranță o să observați această vilă frumoasă. Haideți să vedem ce ne așteaptă înăuntru. Mergem! Iată că aici ne așteaptă gazda acestei case frumoase. Este vorba despre doamna Ana. Vă salutăm și vă mulțumim că ne-ați primit acasă. Bine ați venit! Добро пожаловать! Хош гильдрис! Это все на... Добро пожаловать! Așa, на всех языках! Welcome! Așa, după cum este tradiția, de fapt, și la moldoveni, se ia o bucată de pâine, se moaie în sare și se mănâncă. Facem și noi la fel. Așa. Этот хлеб, особенность этого хлеба в том, что хлеб готовится в печи в домашней. Закваска, вот видите, там закваска натуральная. Mm-hmm. Вот, да, называется питаджик, можете взять на руки. Это натуральная закваска, которую бабушка готовит заранее на винной закваске, когда выбирается урожай, вино. Вот это, из муста готовится вот эта закваска. Ага, я то чего деосебит, де традиция настров. Да. И мы принимаем всех гостей, всех встречаем хлебом с солью. Это традиция у многих народов, но у нас мы каждого гостя встречаем с таким добротным хлебом. И на руке у меня, вы видите, чётра. Это сосуд для вина. Вау. С этим сосудом приглашают на свадьбу, на все мероприятия. Встречает всех дорогих гостей. Ага. Здесь написано «Гагаузгери Салыка Лаверси». А с другой стороны – Молдова. Софим Санатович, так как мы живем в Республике Молдова, это уникальный сосуд. И я всех приглашаю к нам в этнотурический комплекс «Гагауз Сопросы». По доброй традиции вы берете и угощаете с вином. Снимаете крышку. И прямо с гора так. Ну, сейчас нет, но обычно так. А помогает, когда зафачем асса, дар, суштит, когда ковените аич, а весь посибилитати загустать. Пентру паринц вин, да, дака вин копий, путем са ледам ши компот, сау чева о баутура мае слабо, да? Да. Хер сабим вин. Да. Аша, есть фарте фумос. Чел мае фумос, по поверерия мя, есть к авим ши ингагаузы, дар ши нимба румуна скрис. Și este un lucru minunat. Așa, haideți să mergem să vedem, să vă lăudați cu ce aveți aici. Din câte știu eu, este acolo ceva unde se întâmpină toți oaspeții. O masă mai deosebită. Să mergem. Așa, doamna Ana, văd aici o masă mai deosebită. Vreau să vă întreb ce semnifică ea și dacă are vreo legătură cu denumirea вилей. Название комплекса Гагауз Сопросы. Сопра, вот этот маленький столик, за которым собиралась вся семья, на котором собирались гости. Раньше не было больших столов, высоких столов. И вот за этим столиком маленьким собирались семья, гости. Они кушали, здесь ели, обсуждали разные вопросы.
Это гостеприимство гагаузского народа. Круглый столик означает бесконечность. Это бесконечная гостеприимность нашего народа. И мы назвали наш комплекс гагаузофрасы. Всегда, когда приезжают гости, мы говорим «Буюрсофрая», молдаване говорят. Deci, iată că poporul găgăuz este unul foarte și foarte ospitalier, de fapt, cum sunt și moldovenii. Așa, să vedem ce mai aveți pe aici. Ce vă ieși eu, mă nam? Naș complex găgăuz-sofrăsă se stăit iz șesti domică, ecologiști cistăh, гостевых домиков, которые построены из соломы и глины желтой. То есть все эко, натуральное. Все эко, натуральное и укрыто камышом. Как видите, камыш — это натуральный кондиционер. Внутри убранства все мы сохранили, как было 200 лет назад у наших бабушек. В комнатах печка находится, лежанка, зимой можно там согреться. Также у нас все матрасы, все одеяла из шерсти. У гагаузов, вы знаете, что традиция выращивания овец была всегда испокон веков, так как здесь степи, всегда паслись овцы. И гагауз всегда, овца — это, скажем, кормилица семьи, потому что шерсть для того, чтобы можно было матрасы, одеяло, мясо, чтобы сделать каурму, брынзу, чтобы тоже кушать. Плюс из шерсти, вы знаете, вот эти кептар, бандитца, вот шили, чтобы люди одевали. Самое главное достояние — это наши гагаузские, молдавские ковры шерстяные. То есть все, что вы видите, это все из шерсти. Это благородное животное, которое вот у нас здесь растят, выращивают, всегда производят. Кроме этого, рядом находится 6 номеров. В классическом стиле всего у нас 10 номеров. Здесь могут остановиться на ночь от 20 до 23 человек. Doamna Ana, spuneți-ne, vă rog frumos, cum a început totul? Cum v-a venit ideea să faceți așa o minunăție de vilă? Комплекс, идея комплекса зародилась очень давно, лет 25 назад. Я очень рано потеряла своих близких и память о своих родных, о близких людей. Всегда я хотела сохранить их вещи, орудия труда, дедушки, бабушкины, мамины, все хотела сохранить. Но жизнь так получилась, что все у нас или времени не хватало, ну давно. Потом у нас здесь на территории находится свадьбы, ресторан, зал торжеств. Мы здесь проводим свадьбы. И так получилось, что к нам приезжает сюда делать свадьбы со всей Молдовы, от Жужележ до Кишинева. То есть люди разных национальностей, разных сел. И им интересно стала наша кухня, им интересно стали наши традиции. И я поняла, что как раз вовремя, когда я могу этот музей все-таки сделать, чтобы наша молодежь, чтобы наши дети увидели, как жили наши предки, увидели те одежды, которые одевались невесты, чтобы они увидели, как они кушали за этим маленьким столиком с одной тарелки и жили в любви, вся семья, и жили в любви и в радости. Какими орудиями пользовались? Это было мне прямо воплощение того, что я должна быстренько это сделать. И вот я построила первый музей, который мы собрали все, что мы имели дома. И со всех сел Гагаузии, все экспонаты. Да, я знаю, что люди из сада обучали дефрити унелти для дела един касси. И я очень благодарна людям. Вы даже не представляете, сколько эмоций за эти 3 года я получила. Я в жизни столько не знала про свою историю, но благодаря этому комплексу, благодаря людям, которые приносили, я очень много узнала, какая богатая у нас культура и история нашего гагаузского народа. И там столько собрано вещей, которыми по 200 лет и по 100 лет. И вы увидите еще и камень, который здесь под нами 10 миллионов лет. То есть это очень дорогого стоит, и комплекс каждый день дополняется экспонатами. Расскажите нам про то, что там прямо у забора, когда заходишь. В этом заборе заложена легенда, история нашей страны, нашей земли.
двое братьев копали себе возле Кангаза камень. У нас мало камня на юге, чтобы знали. У нас глина, камень больше на севере Молдовы. У нас очень мало камня, почти нету. У нас больше глины и песка. И вот два брата копали в одном месте, в маленьком карьере, где песок. Они себе хотели камень на фундамент хотя бы положить. И наткнулись на большой камень. Они не могли вручную вытаскивать. И позвали экскаватор. Это было 7 лет назад. Недавно, да, в 2013 году, в мае месяце. И когда они копали, они позвали, сказали: помоги нам, пожалуйста, если мы не можем камень откопать. Когда экскаватор поднял, он очень большой камень, упал, он уронил, потому что мощный, разломалась. Внутри этого камня кости. Они, конечно, удивились, откуда позвали, чтобы посмотрели, что за кости. Приехали ученые из Германии, из Европы, наши, из Кишинева, и определили, что этот камень, в этом камне кости лошади. Это предок лошади, который жил здесь 10 миллионов лет назад. Представляете? Да, а лошадь имела размер собаки. И он имел 3 пальца. Да. И вот этот экспонат, эти камни долго эти ребята хранили у себя, они собирались дом строить, но так как у нас очень большая миграция, к сожалению, наша молодежь уехала с Молдовы, мы очень сожалеем, что они уехали, и мы их хотим, чтобы они приехали, мы их очень ждем. Для этого мы и снимаем да, все это. Вот. И эти ребята уехали тоже, кстати, эти два брата. И Николай, когда я узнала об этой находке, я позвонила, нашла его 2 года назад. Я говорю: где эти камни? Он говорит: ну, стоят у нас, мы не построили дом, трудное положение в Молдове, мы уехали на заработки. Я говорю: я тебя прошу, продай мне этот камень, я покажу всем, потому что ты его зароешь, никто не будет знать. И мы взяли этот камень, купили, и вот весь забор у нас стоит, построен из того камня, в котором есть кусочки этих костей этой лошади. И самый большой экспонат у нас хранится здесь тоже. И мы всем показываем. Deci, dragi noștri, vedeți câte lucruri unicale sunt aici în Moldova, chiar pe plan mondial. Deci este ceva unical în toată lumea. Nicăieri nu a mai fost găsit astfel de oase și de pietre. Deci, foarte și foarte frumos. Haideți să vedem, să ne mai arătați ce mai aveți. Deci, vedem aici sala de primire a oaspeților. Da, aici este terasa, vedeți. На этой террасе сегодня, в такое время, когда эта пандемия всех нас задушила или душит, есть уникальная возможность приехать сюда, потому что здесь очень много зон на свежем воздухе. Это терраса под камышом, натуральный кондиционер, я говорю. Здесь, видите, если посмотреть на улице, разница 5 градусов. И здесь можно вот отдыхать на этой зоне, можно в этой зоне отдыхать, а можем подняться наверху. Acum mergem să vedem casa mare, cum este și la noi, este și în cultura găgăuză. Iată, ne întâmpină renumitul covor tradițional, da, care este foarte frumos și foarte colorat. Foarte presivă ковер. Всегда считала, что ковер, который из 3 букетов роз, он считался большим ковром, и на приданной девушке всегда это был самым главным ковром на приданной у девушки. Здесь-то, да, да, да. Эти все подушечки, вы знаете, мы собирали, это все вышито вручную. Женщины, девушки ночью, вечерами при лампах, вот таких вот лампах, собирались и вышивали. Кто красивее, кто аккуратнее, потому что по вышивкам и по коврам женихи выбирали себе будущих жен. Не просто было так замуж выйти, нет. Надо было подготовиться. И да, видите, вот разные букеты, и кошка есть, где вот они свою любовь к природе, к цветам, к животным, птицам все показывали, передавали через вот эти вышивки. Рамки тоже. Я восхищаюсь вот этими экспонатами. Я думаю, что трудно найти сегодня в Молдове вообще вот такие экспонаты. И говорю, царство небесное людям, которые вышивали. Этим вышивкам 100 лет, вы видите, их вышивали вручную, видите, какая аккуратная работа, и все это
на крючке вот это вот все связано. Уникальные экспонаты, которые мы приобрели в наш комплекс, они были, конечно, в другом состоянии и пожелтевшие. У нас работают в комплексе люди, которые очень любят эту работу, любят традиции, любят нашу страну. И вот они здесь помогают, вместе со мной работают, и все это выбеливают, все это крахмалят, синку ставят. Вы знаете, это уже тяжелая работа, но аккуратная. Это наша гордость, мы не можем лишь бы так делать. Дома на виду під вашим костюм «Націонал». Так, ти мені сказали, що ці елементи, що не повісти здесь при костюм. Я знаю, що він елемент дуже важливий, якісь для біжутерії. Чи сімніфіка є? Ви правильно заметили, что гагаузские, скажем, девушки, они всегда были модницами, большими модницами. Они даже трудности в жизни тоже испытывали, но всегда старались, чтобы у них костюм всегда был оригинальный, был подготовлен к любому мероприятию, любому празднику. И в костюме всегда, если взять платье, то существует вот это, называется пасту. Элемент гагаузского костюма. Вот здесь тоже видите складочки такие, пасту. Также всегда женщина и девушка носила фута, фартук. Всегда или черное, или светлое. Я хочу отметить особенность этого фартука тем, что она самотканная. Здесь, видите, из шелкопряда. Это вручную вытканная. И потом вышитая. Больше 100 лет. Это от бабушки. И косынка, которая, если вы увидите, да, там видно, что там написано. Есть здесь Крисаич, Штиф, да? Штефанка. А, Штефанка. Это Степанида. Это имя моей бабушки, царство небесное, которая носила этот платок 100 лет назад. И для меня это большая гордость, конечно, потому что эти вещи, если вы видите, они очень с любовью вышитые. Носила я, очень рада и горжусь, что я ношу этот платок сегодня на своей голове. Да, але у Валори пробабили ще материалы, даром примурин суфлятяска, спиритуалы. Да. То есть очень ценные. Очень ценные. И это манисты, это вот эти золотые монеты. Ну, они сейчас не золотые, но они золотые монеты. Носили женщины, что такое, когда девушка выходила замуж, мама жениха одаривала невесту этими золотыми монетами. В зависимости от того, насколько семья была богатая, кто-то дарил одну, а кто-то, может, и 2-3 ряда, насколько были обеспечены семьи. Это в дальнейшем уважение, что невеста будет ухаживать за родителями, потому что это святое у гагаузов. Семья, дом. Ради чего люди жили и живут, и работают, это семья, и дом. И поэтому родители жениха всегда очень с душой принимали невесту, потому что она должна была их дальше на старости ухаживать, помогать им. Очень поддерживается именно одаривание сережками. Может, нет золотых монет, но одаривание сережками и крестиком обязательно, и еще можете кольцо. И плюс еще костюм тоже или платье обязательно мама дарит невесте. Это фарти фмос. Вы здесь костюм постряза от родителей, чем конгас. Женя, да, вот к выбору жениха, сына. Шо кафетели, в лес черчей, дяуши, диферити бижутери, виничи, вам аритаться, ичла конгас. Да. Аша, суверчим ай департе. Ieșit din casa mare, am observat ceva care un pic m-a speriat, dar pe urmă am înțeles care e chestia. Cornel, acolo sus, te rog, dinții, colții, ce e doi. Spuneți-ne, vă rog frumos, și clubul ăsta. Naturalni volk. Naturalni, da. Naturalni volk. Mi-a povestit, că eu была в Турции на одном большом фестивале, и там купила вот это, потому что говорят, что гагаузы, это гёкогузы, очень древний народ, тысячелетней историей, и вот они еще до христианства, они поклонялись волку,
Это небесный вол, как символ, как легенда, что народ, он призван был с неба защищать этот народ. Угу. Он сопровождал их, как небесный вол, который должен был этот народ оберегать и сопровождать. И когда были трудности у народа, даже люди как бы молились этому волку, чтобы он защитал. Haideți, mergem să vedem acolo, este ceva. Aici este o stradă, da, chiar o mahala, să zic, dintr-un sat, care reflectă chiar cu adevărat până în cele mai mici amănunte, mărunțișuri, viața de la sat a găgăușilor. В таких домиках, вот прямо в таких, жили 200 лет назад. Это бабушкин домик, вот Степана. Это дедушкин домик. Чтобы ему не мешали. А, и троем сепарат? Буника, да, шабунина? Да, да. Ну, иногда он приходил неделями, они были на поле, и надо было приходить отдыхать, чтобы дети не мешали, детей много было. Ага, а мы интересно. И вот ему нужно было отдыхать, и бабушка приходила к нему в гости. Я такой. Отсюда мы топим наши печки. А этот номер наших молодых. Сейчас я открою вам. Здесь после свадьбы остаются жених с невестой. Mm-hmm. Адик, наинте, 100 лет назад, норма, фамилии аж аж строял, то есть авял аж косуцы. Да, да, да. Так, так и жили. И вы знаете, вот очень близко дома были. Почему? Потому что юг Молдовы всегда жарко. Mm-hmm. И чтобы защищать тень немножко, дома делались очень близко друг к другу. Плюс, когда были разные время, скажем, нехорошие, во время войн, во время всяких, чтобы эти недруги не заходили в дома, закрывали ставнями, и здесь легко было хозяину на крышу подняться, и оттуда уже ему чем-то по голове, чтобы защищать свою семью. Очень интересно. Где бы наши не были дети, они всегда скучают по этой земле. Конечно. Вы даже не представляете, сколько людей сюда приезжает. Жаль, что сейчас вот эта пандемия, очень много было заказов на этот год, которые уехали очень давно отсюда. Многие живут в России, в Америке, в Канаде, в Бразилии, в Европе, и все хотят прийти. А где ходила моя мама, мой дед, моя бабушка? Как они жили? И это очень важно, что они хотят узнать, увидеть, потому что роднее, ближе, ничего нет в этой жизни. Ни деньги, ничего, а вот Correct. Это. Да, ce de fapt noi și promovăm în cadrul programului DOR, dragostea de țară, indiferent unde ai fi, unde, în ce colț al lumii ai fi, acolo unde s-a născut mama ta, acolo unde te-ai născut tu, este cel mai frumos și cel mai scump. De ce noi vă așteptăm pe toți să veniți acasă măcar în vizită și când veniți să vizitați și acest loc frumos. Acum mergem într-un loc iubit, cred că, de toți. Всем там нравится. Я скажу, любимое место всех мужчин, но сейчас стало и женщин. И почему сейчас вы увидите? Așa să mergem. Гагауз Маазасы. Гагауз Маазасы. Да. Гагаузы, как и все, наверное, люди, которые жили раньше, хранили, не было холодильников, хранили всю еду в погребе. А так как у нас юг и виноградарством занимались всю жизнь, наши люди, наши гагаузы и мужчины хвалились всегда, у кого лучше вино, особенно красное вино лучше в Молдове, на юге, в Гагаузии. Да. Здесь у нас колодец. Вау! Да. Бечу фонтина? Да, фонтина рабочая. Здесь, вы знаете, на юге степь, и воды мало. И хорошие хозяева всегда рыли колодец у себя в погребе. И это помогало им поить скот, помогало по хозяйству. А в погребе почему? Потому что ниже? Ниже. Ага. И второе то, что люди жили в очень трудные времена. Нам посчастливилось жить в мирное время. Были войны, были революции, травили воду по улицам. И чтобы сохранить воду, кто имел в закрытом помещении, тот выживал, и можно было этим спасти семью, спасти близких. Очень мудрое, очень важный элемент нашего комплекса. Timp de război sau revoluție și oamenii, ca să nu se otrăvească apa, iată,
o păstrau, să zicem așa, aici în veci. Deci totul a început de la această casă muzeu. Все начиналось отсюда. Да, да, все отсюда начиналось, потому что люди здесь гуляли, и мы хотели... Așa, deci vedeți că un moment important, în semn de respect, ne descălțăm ca să simțim covoarele. В одной, все ели с одной тарелки. Вы имагинаете, все у фамилии, были здоровы, шапки, все живы. Шапки, бок, копи. Потекер же здесь, где он зашел в кассу, здесь есть ворота, где зашел массу цемик. Да, да. Что ты могла один пропорции, что я рал сухой, что я рал перечис, уже рал Была, а еще была, есть букатерия. Да, одна комната только была. Жили все в одной комнате. Там и кушали, там и детей рожали, там и все делали. И потом уже появилась еще одна комната, вторая. И вот этот фурын, печка, в которой готовили еду и хлеб пекли. Эта печка работает. И сегодня кырму, плаценту можно делать. Вот эти глиняных горшках, то, что я говорил, что в подвале хранили брынзу, масло. Все хранили в подвале в них. Это оккупация Барбателов. Что себя оккупал ей? Да? Это женская сторона. Что тут кадр? А здесь мужское. Видите, топоры, видите, здесь очень тяжело идти, потому что все было вручную, не было станков. И вот такими мотлогами они работали. Дальше это столяр. Он имел, вы видите, только пару этих. Aceste unelte, unele din ele, sau chiar majoritatea, au fost aduse chiar de locuitorii Congasului sau întregii găgăuzii. Это вам принесли прямо жители? Да, жители не только Конгаза, и Казаклия, и Чадарлунга, Гагаузия, все села. Вот, по сути, плотник занимался, что у него было? Ножовка и вот эти инструменты были. Все, он делал красивые вещи. Если вы увидите везде орнаменты, этот орнамент во всех домиках, я там вам не показала, в каждом домике оригинальный орнамент. Цветок тюльпан, который мы, это символ счастья, достатка вот, тюркского народа, вот везде они врезали тюльпан на этих узорах. Здесь рог этого ягненка, извините, рога ягненка. То есть все они передавали в эти деревянные изделия. Не просто так, все делалось с любовью. Зафигали в орнамент, чего семнифика. И все это вручную вот этими двумя инструментами, стамеска и ножовка. А сейчас кучу этих, очень много всяких станков, но такие элементы не получаются. Ну и, конечно, любимое место – это винодельня. Без этого ни один дом не обходился. Без машинки быстро пропускали виноград, там течет мост, а потом пяску и ставили уже в бочку готовое вино. Это когда делали вино, все должны были молчать, это была целая философия приготовления вина. И, конечно, дедушка всегда все готовил, все должны были чистые, с доброй душой, у него целое, очень трепетно. Тут ашаша, когда буника кача пыни, правильно. И сейчас, когда нам приезжают наши туристы в прошлом году, в август, сентябрь, октябрь месяц, мы делаем здесь вино. Кто хочет этими, как его, ногами топчет там, мы спускаем. А кто хочет на машинке. Так что приезжайте к нам, будем делать вино. В сентябре.
Iată că spre sfârșitul excursiei noastre, aici, de unde am și început, ne așteaptă o masă bogată și doamna Ana o să ne povestească ce avem aici. Это самое вкусное, что есть у гагаузов, это хлеб специально с приправой, называется мюрдя, которая растет у нас в огороде, нигде вы его не купите. Да, сладкий. Хлеб всегда ломается, не режется. Наша любимая горячая каурма, это ягненок, то, что я рассказывала вам. Это мясо ягненка, тает во рту. Есть возможность покушать вам. И, ага, и курбан булгуру. Курбан булгуру. Да, курбан булгуру. Это тоже из мяса ягненка. И печень с крупой по специальной технологии, с особыми приправами, готовится в печке. Когда строили дом и делали новоселье, наши гагаузы всегда резали ягненка, и из этого ягненка делали курбан булгуру, и всех гостей, кто помогал в строительстве дома, и кто просто приходил в гости или соседи, угощались этим блюдом. Это очень старинное блюдо. Здесь также вы видите хырма. Она готовится из домашнего творога и сметаны, печется в печке. А это дюшеме, плачинта типа как, дюшеме. Это слоеное со слоеной брынзой, тоже в печке готовится. Сладости. Раньше не было конфет, ничего. И бабушка из домашних яиц с мукой подготовила вот эти сладости. Шишек, геврек, хрустики, как хотите называйте. Шишек-геврек. Да, шишек-геврек. Сладости для детей. И, конечно, как стол без стакана вина. Даже детей за столом всегда угощали по 20 грамм красного домашнего вина. Да. Для силы, для крови, особенно сегодня, когда вот это всякие болезни понятные, что творится. Стакан вина гагаузского – самое лучшее лекарство для здоровья. Салака лависи! Vă mulțumesc! Sănătate! Sănătate, da! Așa, dragii noștri, aici excursia noastră i-a sfârșit. Nouă ne-a făcut o deosebită plăcere. Sper că am reușit cât de cât să vă transmitem și vouă toate frumusețile de aici. Dar vă zic un singur lucru. Nimic nu poți transmite dacă nu vii și nu vezi, nu pui tu mâna, nu simți tu cu picioarele tale, cu tâlpițele tale, covoarele făcute de gospodinele de aici din Găgăuzia, dacă nu guști și nu miroși tu această mâncare. Ce am vrut noi să vă zicem prin această excursie? Că în Moldova trăiesc multe etnii care își păstrează tradițiile lor, dar totuși își iubesc țara și iubesc Republica Moldova. Asta a fost pentru astăzi această excursie. Vă așteptăm și la următoarele. Pa, pa, să aveți o zi bună! Salut, mă rog! Salut, mă rog!